Клиника, приоритетной задачей которой является безопасность пациентов. Больница с самым эффективным подходом, основанным на комплексном применении методов корейской традиционной и современной медицины. Больница, получившая признание общественности. Максимально повышая эффективность лечения благодаря сочетанию методов традиционной корейской и современной медицины, мы помогаем нашим клиентам обрести здоровую и счастливую жизнь. Международная клиника «Назарет». Международная больница «Назарет», будучи основанной как клиника корейской традиционной медицины, осуществляет свою деятельность уже на протяжении 35 лет. В больнице существует система, позволяющая получить специализированную медицинскую помощь от реанимации, диагностики до оперативного вмешательства и реабилитационного лечения в одном месте. 8 специализированных центров, таких как цереброваскулярный центр, центр позвоночника и суставов, центр комплексной диагностики, центр экстренной помощи и другие, предоставляют различные медицинские услуги. Наши специалисты оказывают помощь 24 часа в сутки, 365 дней в году, а также проводят быструю и точную диагностику и лечение пострадавших в результате несчастных случаев или при возникновении острых заболеваний. Кроме того, благодаря географической особенности месторасположения клиники рядом с международным городом Сангдо, растет количество иностранных пациентов, обращающихся в клинику. Граждане России, Казахстана, Украины, Монголии, а также стран Восточной Европы и Средней Азии, США, Китая, Японии и других стран со всего мира обращаются в международную клинику «Назарет» за получением необходимой медицинской помощи. Благодаря предоставлению комплексных услуг, сочетающих в себе методы корейской традиционной и современной медицины, пациенты успешно проходят лечение от различных хирургических вмешательств до реабилитационного периода. В спинальном центре международной клиники «Назарет» оказываются услуги по лечению различных заболеваний, связанных с нарушением деятельности спинного мозга и нервных соединений, как хирургическим, так и нехирургическим путем. Точный диагноз и соответствующее лечение заболеваний осуществляется в тесном сотрудничестве со специалистами отделения нейрохирургии, имеющими богатый опыт в лечении различных неврологических заболеваний, таких как спинальный стеноз и нарушение работы позвоночного диска, а также с отделением корейской традиционной медицины и реабилитационным центром. Мы предоставляем нашим пациентам качественное лечение с использованием новейшего высокоточного диагностического оборудования. Суставный центр при международной клинике «Назарет» оснащен командой высококвалифицированных и опытных медицинских специалистов, которые специализируются в сфере проведения генной терапии, установки протезов или искусственных суставов, лечению заболеваний плечевых суставов и терапии стволовыми клетками коленных суставов. Основываясь на нашем широком опыте в области лечения данного вида заболеваний, мы обеспечиваем проведение точной диагностики и предоставляем пациентам, страдающим заболеваниями суставов, широкий спектр услуг. В современном обществе спрос на реабилитационные услуги растет с каждым днем. Это происходит из-за различных факторов, такие как увеличение численности пожилых людей и изменение уровня благосостояния общества. В реабилитационном центре Международной больницы «Назарет» мы непрестанно трудимся над повышением качества жизни наших пациентов с применением систематического подхода к лечению, основанному на методах корейской традиционной и современной медицины, а также проведение комбинированных программ реабилитации путем совместной работы реабилитационного центра и центра ЛФК. Центр сердечно-сосудистых заболеваний Международной больницы «Назарет» занимается лечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктом миокарда. Своевременное установление точного диагноза помогает предупредить и вылечить различные виды сердечно-сосудистых заболеваний и провести успешную реабилитацию. Центр корейской традиционной медицины Международной больницы «Назарет» оказывает широкий спектр услуг для лечения трудноизлечимых заболеваний, заболеваний позвоночника, нарушений опорно-двигательной системы, последствий травм, а также лечение бесплодия, восстановление организма после родов
снижение и контроль веса. Пациентам предлагаются лекарственные препараты на основе лечебных корней трав, иглоукалывание и прижигание. В целях предоставления высококачественных медицинских услуг своим пациентам Международная клиника «Назарет» прилагает максимум усилий, включающих в себя предоставление трансфера для иностранцев и оказание многоязычной медицинской помощи с предоставлением спектра административных услуг в Центре международного сотрудничества. Международная клиника «Назарет» высоко конкурентоспособна благодаря использованию как традиционного, так и современного подходов к лечению заболеваний, что позволяет выйти за пределы Кореи и конкурировать на международном уровне. Безопасность пациентов имеет первостепенное значение. Высококачественные медицинские услуги, высококвалифицированный медицинский персонал и современные медицинские решения – все это создает лучшую жизнь и лучшую медицинскую культуру будущего. Международная клиника «Назарет».